«Не надейтесь, что жизнь пройдет легко и беззаботно», – предупреждала Ванга. «В ней будут и тяжкие труды, и печали, и сомнения, и неудачи. Но не унывайте, всегда храните в сердце ростки надежды и веры. Они подскажут вам выход из любой самой затруднительной ситуации». Когда в вашей жизни наступают печальные дни, примите их со спокойным сердцем. Ничто не вечно, пройдут и печали. И если вы будете много беспокоиться, метаться, восклицать «за что мне это?», печали не станут ни легче, ни короче. Живи просто, и будет ангелов возле тебя со 100. Может быть, счастье – это вовсе не богатство, а те ангелы рядом, которые помогают нам. «Хороший, добрый смех очищает душу», – часто повторяла Ванга. «Беды и невзгоды боятся смеха. В доме, где часто звучит смех, всегда живут мир и согласие. Порой можно посмеяться и над самим собой. От такого смеха будет только польза». «Придет такой день, когда люди будут иметь все, но не смогут купить ничего из того, что действительно имеет ценность и составляет бесценное богатство». Дружбу, любовь, участие. Если вас кто-то обидел, смолчите. В народе не зря говорят, что из двоих ссорящихся всегда виноват тот, кто умнее. А жизнь чем-то похожа на череду экзаменов. Пока один не сдашь, к следующему допущен не будешь. Жизнь ставит перед нами задачи, которые мы должны решить. Успеть бы насмотреться, как зацветает черемуха. Как падает первый снег, успеть бы сполна насладиться, глядя, как растут наши внуки, раз уж некогда было в молодости умиляться детьми. В детстве дни кажутся бесконечными, в юности – очень длинными. В средние годы они начинают бежать вперед очень быстро, все быстрее, быстрее, и вдруг оказывается, что большая часть жизни уже прожита, а мы словно еще и не начинали жить». Умный любит учиться, а дурак – учить других. Человек умный обладает бесценным качеством – терпением. Не потому ли у него почти все его начинания заканчиваются успехом? Мы же часто гоним лошадей, невзирая ни на какие разумные доводы, просто от нетерпения сердца. Не от того ли многие наши, казалось бы, обреченные на успех дела, неожиданно для всех заканчиваются неудачами? Любить своих родных и близких нужно сейчас, пока мы здесь, на этой земле, все вместе. Делать добро нужно сегодня, пока еще есть такая возможность. Все, что мы откладываем на завтра, может и не сбыться. Обиды, страх, гнев отбирают здоровье не меньше, чем самые страшные болезни. Огромное количество действительно стоящих дел так и не были начаты только от того, что о них слишком много говорили. На Руси недаром предупреждали, не рассказывая о том, что задумал, сглазишь. Сглазить дело – значит всю энергию, которая необходимо было вложить в него, растратить на разговоры. И очень обидно, что так происходит часто, слишком часто. Задумываемся мы о том, что люди, рассчитывавшие на наши обещания, страдают, когда мы их не выполняем. Особенно это касается обещаний, данных детям. Ребенок свято верит во все сказанное взрослыми. И когда вдруг эти слова оказываются ложью, для маленького человечка буквально рушится мир. «Не обещай, коли не уверен, что выполнишь обещанное», — говорила Ванга. «Ведь боль, которую ты причинишь другому, рано или поздно к тебе вернется». Больше двигайтесь и много работайте. Праздное времяпрепровождение – это болезнь, которая разрушает не только душу, но и тело. «Алчность, – говорила Ванга, – должна исчезнуть с лица земли. Это очень страшное качество, от которого мы должны уберечься любой ценой. Не следует стремиться к накоплению богатств. На земле хватит солнца и благ для каждого человека». Для настоящего счастья человеку много не надо. Настоящее счастье – это простота в жизни и покой в душе. Но мы мудрим, жадничаем, придумываем себе проблемы и задачи. Все стараемся достичь каких-то заоблачных высот. Может быть, именно поэтому тихое, спокойное счастье – такой редкий гость в наших домах и в наших душах.
Не начинайте дела с чрезмерных надежд. Когда что-либо не в меру восхваляется, оно чаще всего не оправдывает надежд. В действительности не угнаться за воображением, ведь воображать желаемое легко, а достигнуть трудно. Когда не знаешь, куда идти дальше по жизни, не шарахайся, стой на месте. Господь управит. Много ошибок совершается только потому, что люди не верят в то, что Отец Небесный их любит и никогда не попустит пропасть жизни человеческой. А мы мечемся, ищем своих решений, не полагаемся на Господа. Вот и идет все в крив да в кось. «Нельзя забывать о своей мечте», – часто повторяла Ванга. «Даже если порой ты уверен, что другие люди и весь мир сильнее тебя, что ничего из твоих мечтаний не выйдет, береги мечту. Секрет такой – не сдаваться». Если вас обидел близкий человек, смолчите. А потом найдите момент поговорить с ним по душам. Но помните самое главное – разговор ваш должен быть спокойным и дружелюбным. И не переходить в область перечисления недостатков собеседника. Скажите обидчику, что его слова или поступок причинили вам боль, и постарайтесь доступно объяснить ему, отчего так произошло. Давайте просящему только то, что он просит. Не больше и не меньше. Тем самым вы поддержите его в трудную минуту. А если ваша помощь не пойдет впрок, то, по крайней мере, ваша совесть будет чиста. Вы всего лишь выполнили просьбу, не взяв на себя никакой ответственности за результат своей помощи. Слова материальны. Они могут принести счастье, но могут принести и много несчастий в вашу жизнь.